Добрый вечер, люди добрые. А вот и вечный огонь в Кишиневе зажегся заново. Буквально пару секунд назад зажгли наш вечный огонь. Так что, пока мы едины, мы не победим, как говорится. Ну ничего, все равно мы зажжем. Вот они, у меня тут свечи. Вот еще свечи. По-любому я их зажжу в память наших героев, которые отдали жизнь ради того, чтобы мы сегодня здесь жили и существовали. Значит, можно. Так что имейте в виду, хватит разделяться, как говорится, и пора соединяться и освобождать нашу любимую страну, как это делали наши деды, прадеды, бабушки и наши все герои, которые здесь сейчас лежат и смотрят и плачут, к сожалению. Потому что они жизнь отдали ради нас, а не ради того, чтобы мы сегодня молчали с опущенными руками и позволили фашизму заново проснуться. Люди, наш вечный огонь заново загорелся в память наших героев. Так что, знаете, пора выходить на борьбу ради нашего же будущего, ради нашего будущего, наших же детей. Всем спасибо, кто поддержал и пришел и зажег свечу памяти нашим героям. Всем вам огромный поклон, низкий поклон и огромное спасибо. Извините, если связь была плохая. Но наш вечный огонь снова горит и будет гореть всегда. Никакая тварь не посмеет его больше тушить. Слава героям! Слава Советскому Союзу!